Валерий Краснов, ученик 11 класса школы номер 7, активно участвует во многих городских молодежных мероприятиях и акциях. Молодой человек занимается спортом и волонтерством, но не забывает и про учебу. Валерий – победитель и призер муниципальных этапов Всероссийской олимпиады школьников по различным предметам. Ежегодно старшеклассник собирает полный портфель пятерок. Свои достижения Валерий Краснов представил на творческом этапе конкурса «Ученик года». И для меня конкурс «Ученик года» – это как завершение. Я могу подвести итоги всей своей школьной жизни. Я участвовал во многих конкурсах, во многих проектах, олимпиадах. И сейчас все свои результаты, все свои знания, умения я как бы беру в свои руки. И вот постараюсь завоевать звание ученик года. Конечно же, я пришел за победой. Вот, потому что 11 класс, заключительный год. Нужно постараться выиграть. Я считаю, я достоин этого звания. В этом году городской конкурс «Ученик года» юбилейный, 10-й. В заочном этапе участвовали 7 ребят. Жюри оценили портфолио, и по общему решению в финал вышли 5 участников. Валерий Краснов, Максим Кузьмин, Виктория Трощенко, Лилия Пушкарева и Дарья Чумакова. Участникам предстояло пройти 3 испытания. Первым был творческий конкурс «Всегда в движении», где финалисты рассказали о себе, школе, друзьях и семье. И разработала свой социальный проект по развитию экотуризма в Нижегородской области. Считаю, что мы должны оставить своим потомкам зеленую Россию. Следующий конкурс «Знание – сила» проверил эрудицию участников и их знания различных школьных предметов. Последнее испытание – видеоконкурс «Учитель в моей жизни», в котором ученики рассказали о любимых преподавателях, на которых они равняются. С первого класса являюсь отличницей, участвую в различных олимпиадах. То есть я была на региональном этапе по русскому литературе, стала там призером. Участвую вот в школьной деятельности, вхожу в совет первых сейчас, принимаю участие в волонтерской деятельности, организую мероприятия всякие. Вот, хорошо учусь и хотелось попробовать свои силы в таком вот городском конкурсе «Ученик года». Почетное звание «Ученик года» получила ученица школы номер 11 Дарья Чумакова. Призерам конкурса подарили сертификаты на путевку на отраслевую смену проекта «Школы Росатома». Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.